Поднялись. Ну, пока что выше только Мартышева и Роганова, а там еще посмотрим, что будет с другими парами из последней разминки. Ведь они всего лишь на 2 балла отставали после... Да какой? На 1,5 балла отставали после короткой программы от Дованковой и Депутата. Но это мы уже узнаем после заливки льда. А сейчас заключительная пара в этой группе. Совсем молоденькие. Лина Федорова и Максим Мирошкин. 7-е место после короткой программы.
Лена Федорова, Максим Мирошкин. Лена Федорова, Максим Мирошкин, Москва. Серебряные призеры юношеских олимпийских игр прошлого сезона. Победители финала Гран-при среди юниоров. Ну и обладатели многих других призов среди юниоров. Молодая пара. Хотя вот Лина выглядит моложе, чем она есть на самом деле. Ей 15 лет. Некоторые фигуристки в 15 лет такие уже, смотришь, очень взрослые. Лина довольно-таки молодая, миниатюрная в парном катании. Какой заход, да? Шикарный на подкрутку. Они продемонстрировали. Не хуже, чем у китайцев, что называется. Но не обошлось и без падений, к сожалению. Аксель. Вот партнерша упала. Флип-ту-луп затем они делали. Тоже, к сожалению, нечисто получилось. И Ридбергер не вышел. Но в остальном, конечно, эта пара, несмотря на свой юный возраст и юный вид, очень мастеровито. Здесь, видите, заходили на сальхов, сорвали тот заход. И из-за того, что и пришлось заново делать заход, партнерша уже к этому не очень была готова. Не получилось сделать нормально выезд. Немного потерялись. Сами себя немного потеряли. В таком взрослом соревновании, как чемпионат России. Расстроилась. Не расстраивайся, все будет хорошо. Ну, то есть, когда спортсмен или спортсмены уже на заходе что-то такое не могут найти правильно, то это, конечно, о многом говорит. Об их внутреннем состоянии в данный конкретный момент. Слишком волнуется, слишком нервничает из-за каждого движения. Но они очень быстрые. Очень резво перемещаются по льду. За 4.30 взрослой произвольной программы, по-моему, не вымотались. Силы еще оставались. Так что работа. Лина Федорова и Максим Мирошкин. 105.73. И общая сумма 160.03. Таким образом, они проиграли 2 балла.